В Чебоксарах впервые за много лет начнется строительство школы. Управление архитектуры и градостроительства администрации столицы и компания «Алза» заключили муниципальный контракт на строительство средней общеобразовательной школы на 1100 учеников в микрорайоне улицы Гладкова. Цена контракта почти 700 миллионов рублей. Здание школы будет состоять из 4 блоков переменной этажности, соединенных переходами. Завершение строительных работ по контракту предусмотрено до 1 июля 2017 года.